людей в другую страну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти то мгновенной, если раны небольшой, а всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой знаю путь? Все равно сказал. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.